Шалом, арийцы. Да сгладнила хунта. Сегодня у нас на обзоре будет нечто конгениальное. Заказывается уже не первый раз. Обычный чехол на обычный среднестатистический телефон, но уже премиум класса, как и в прошлый раз. Коробка премиальная, но в то же время сделанная из переработанного картона. Да, кто еще не видел, новая кола. Здесь все так же а-ля сяомишное покрытие и кое-что новенькое. Пакетик такой, soft touch. Так, здесь у нас образец кожи питона, из которой сделан наш чехол. Вот. Вот такая вот штука. Заказывается уже не первый раз. В принципе, все устраивает. Все действительно сделано классно. Текстура вот такая. Как и в прошлый раз, кстати. Ну, вроде бы как действительно кожа. Хотя с одинаковым рисунком, ну, второй раз такой же самый рисунок. Первый чехол испортился. Я решил его немножечко прошить, немножечко прорезать. Потом немножечко посмотреть, действительно ли это кожа. Сидит плотно, сидит хорошо. Вот. Таким вот макаром. Премиально ощущается, конечно, как натуральная кожа. Но вот по поводу рисунка меня, конечно, это все смущает. Может быть, они уже научились, конечно, хорошо подделывать натуральную кожу. Но как-то так. Ссылка на него будет в описании. Вещь.